Лечебный зал, мемориальный институт Лэри. С вами канал Алекс Плей, Джаз Джек и Парадокс Плей. Мы начинаем нашу рубрику билдов. А и левенький чувак. Так, да, вчетвером. Метеор. Так, ну все, держимся вместе. До конца боремся. Да, вот тут прям сразу прямо есть. Да блин, как вы. Какие вы толстые? А, на троих. Кстати, вообще. Ладно, я выйду. Непривычно. После... О, туман, кстати, смотрите, не такой сильный. Да, туман. Да, ага, сильный. Я вообще ни хрена не вижу. Ну, там был жестче. Напоминаем, да, у нас... Да вы перили. Майкл Майерс! Опять? Да, слышал, это он же, что ли? Любят они эту карту? Да какого? Да что за хрень-то с этими Майклами? Кстати, сильный туман, довольно-таки сильный. Даже два мутных реагента, и это... Так мы сами себе сейчас хуже сделали с Майклом играть. Ну да. Я рядом. Он сюда понесет, я сломаю. Берет, раз, два, три, ломаю. Вырывайся. Так это левый. Это рандом. Но все равно. Все, он его бросил. Он его скинул. А, я... Он идет сзади. Он с этой, с трубой. Можешь поднимать, он ломает доску, он разозлился на меня. Поднимаешь? У меня! А, палетку скидывай ее! Я тебе, я специально оставил. Кто тебя поднял, Саня? Да это не я был, это да был... Да это не Саня был. А, я просто, блин, ладно, пофиг. Зато я вас всех вижу благодаря состраданию. Я тоже вас всех вижу, да. Ну, кроме Джека. А я спрятался. Он злой. Он за мной идет, за мной, мать его. Вон он, я вижу. Так, я завожу. Ой, зачем я прыгнул-то, мать его? Бегу. Далеко. Сань, ты рядом, нет? Поднимает. Нет. Я далеко. Поднимает. Куда потащит? Вижу. Но он меня повесит, да, повесит. Ничего ты, ничего не сделаешь. Да? Ну, ладно, я убегаю. Я иду на помощь. Увожу в другую сторону. Я его не вижу. Так, ну у меня вовремя получилось прям он этого рандома спасти. Сломал вовремя. Он разозлился, скинул. Он скидывает, так что осторожно, у нас может не проканать наш билд. Иди твою! Он за Джеком бежит, за Джеком. Понял, я иду. Но он поглядывает в мою сторону, он не хочет отпускать. Не-не-не-не-не, все, он отступил. Отступил? А на кемпе сейчас будет. Я не вижу его, но он где-то, наверное, рядом. Да, а он его за не поворот... слышно ни хрена, просто. Сань, беги, подставлюсь. Беги! Убегаю. Беги, Сачка, беги. Он за возвращается. Он меня поднял. Поднял? Дед бежит. А, дед ушел, да. Рядом, на тот же вешает, на тот же. Подставься! Да, пытался. Окей. Печалька. Так бы сломал, ну да, конечно, лежал бы, но я бы сломал бы как раз. Так я бежал прямо на тебя ударил. Он да, ты выйдешь на него сейчас! Нормально, нормально, мы по фану, мы учимся. Дед на него сейчас выйдет. Он на деда смотрит. Да у него гроб, надгробная могила, потому что. А у него часов нет! Он решил меня поднять. Решил меня, потому что я уползал. Ага. А у вас у всех крюк, да? Ломатин. Да? Что-то он стоит. А он через стену палит! Я видел, он через стену вас палит! Да. У него перк. Он видит вас. У него зеркало. А это сложно в будет. В этом-то и сложность. Он потому что в стену только смотрел и прям наблюдал за тобой, я видел. У него зеркало. Так, ну все, он теперь он не отпустит. Меня сейчас поднимет он. А, нет, не поднимет. Вам смотрит. Бы отхиляться сейчас быстренько. А он просто видит то, что никого нет, сейчас будет поднимать. Он через зеркало смотрит. Да, я все, вообще... поднял, поднял. Так, Джек, ты меня сейчас спасешь, отбежим и подхилимся. У меня аптека хорошая. Быстрее, да, и убегайте, что... убегайте. Туда же, откуда пришел, убегайте. Куда, Джек? Все, он к вам обращается. Убегаем, убегаем. Бежим куда-нибудь! Да, туда, все правильно. Я отбегу, я... Он у меня кемпит. Я буду видеть, я сейчас, если я под это... О, говорите, что у вас стой, происходит. Стой. Давай полечимся. Он за дедом гонится, по-моему. Да, за дедом.
Да, за дедом, давай. Я пытаюсь. Я аптеку потрачу. Ты меня тогда отхиляешь, да? Чтобы аптека пригодится. Он у меня. Так, он пока у Кирюхи. Тебя? Сейчас мы отхиляемся и бежим к тебе. Спасем. Ко мне дед бежит. Бежит дед? Мой спаситель. Джек, в принципе, можешь бежать. Давай, я могу отхиляться. Беги. Ага, тут, блин, Майкл Майерс. Нормально, я сейчас догоню, я на поддержку. И, кстати, часы не работают-то, у него террора вообще нет. Блин, да, ты... кстати. Точно. А, кто-нибудь спасает, спасает, молодцы. Кирилл, убегай. Ой, успел. Бегай, бегай, бегай. Я он за знаю, мной, где... он на меня переключается. Надо так, Кирилл, я вижу тебя, я к тебе бегу, я тебя сейчас этот хиляю. Я завожу, там сижу. Сострадание хороший прям перк в команде. Да, я тоже бегу. Можно часть заводить. Ну. Надо так, дыхание все... слушать. Я аптеку. Чтобы аптеку нас не надо молчать для этого. Да. Так неинтересно тогда. То еще реально, блин, усугубили положение, его ж не видно теперь ни хрена. Ну да. Не, ну таманка сильная, интересно. Я даже... Стакается она или нет? Но она должна стакаться их с четырьмя. Так, ага, он далеко за этим бегает, за дедом. Нормально, даже два, слушай, даже два хватает, да? Подношения, чтобы все в тумане было. Классно. Он, скорее всего, к нам уже идет. Где-то что-то хилится. О, я взорвал! Нормально, так интересно. Очень. Так, отхиляемся, он к нам придет как раз. Ой, да, это дочиним. Не, он за дедом бегает. Давайте дальше, дальше, дальше. У меня дочки, это у меня ранг слетит. Я пробую, может, деда спасти. Он за ним бегает. Тут рядом, кстати, генератор, не знаю, может, слышите? Да, да, рядом с дедом. Так, как лошадь деда, я все-таки попробую спасти. Я спину свою смотрю. Я тоже за дедом. Дед молодец. Мансит прям. Мансит и лечится, смотри какой. А! Я не понял! Я на деда засмотрелся! Фига себе, у него вообще террора нету! Вот это у меня сейчас жопа сжалась. Террора вообще просто не было. Ну так у него нет террора. Такой, знаешь, как будто бы в ухо мне кто-то отдыхнул такой. Да. Хопа, хит прилетел. А, он тут! Где? У меня! А, все, все, все. Можем вообще. Давай захиляем, ты захиляем друг друга. Я рядом с вами. Он куда за мной гонится, ушел? У меня последний раз. Ты далеко. А, блин. Я к вам бегу, вот где завели. Беги к нам, беги к нам. В нашу сторону. Сейчас мы сами долечим. Я в библиотеке, а, выбежал. Не знаю, не вижу никого. Беги, беги. Беги, я... беги, беги, беги. У нас уже целый отряд. Все нормально. Мы надо... прям над тобой. Мы да, над мы тобой. Над тобой, мы рядом. И он тоже, да? Давайте, давайте. Вон он идет. Где? Я не вижу. Вот он. Беги! Выпустите! Беги, беги! А? Ухожу, 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 ухожу. Я глуханул его. Я обшатал его, я слышал. Вот. А у меня забывчивость. У него перк этого, казанного. Ай. У меня забывчивость. Слушай, надолго у меня забывчивость? На минуту или на 40 секунд? Что-то такое. Я вообще так, сейчас... вы где? А зачем ему забывчивость, если у него и так террора нету? Блин, я не понимаю, зачем он взял забывчивость? Фиг знает. Для чего? О! Да блин, я манал, я не буду на месте стоять. Он там где-то. Он вас ищет, слушай. Он во мне... Он на меня внимания не обратил. Ты побежал, дед испугался и с нами побежал. Давайте захиляйтесь. Хиляйтесь, хиляйтесь. Я лечить, не знаю, где он, но у меня просто еще забывчивость. Ребят, объясните. Я лево смотрю, я ребята, лево смотрю. Зачем ему забывчивость? Я не знаю. Если у него нет радиуса террора. Подожди, забывчивость же на этот... чтение аур, да, по-моему, отменяет? Или нет? Не, радиус террора. Блин, Алекс! Да нет его со мной рядом. Я обосрался, с ума сошел, что ли? Вы лучше подхилил. Да он не обратил внимания, он мимо меня прошел просто. Он вас искал, наверное. Сзади, сзади, сзади! Хилимся! Бежим! Так, все, я увожу.
У меня отвлекающее действие уже на максимум. Я к тому же заводить мне. Инфаркт жопки, ёб твою мать. О, Алекс, здорово. Чё такое? А, вижу, вижу, да? С тобой. Ну весело же. Да очень, я последний раз. Я тоже. Так, ребят, вы видите меня, я бегаю? Вот я сейчас покружусь. Никого не вижу, у меня ауры. Да, видим. Рядом нету со мной Майкла, он за Кириллом гонится. Ни за кем он не гонится, я за кем? Свободен. А, он за рандомом, я вижу, за рандомом бежит. А я где? О! Давай отхиляемся. Я завожу генератор, ребят. Хорошо. Он одиночный. Хорошо, заводи, заводи, заводи. Ой, деда положили. Ладно, спасибо, давай лучше от это, я отхиляю. Надо генератор еще завести. Да, он все равно там. Саня, ты заводишь? Насколько, да. Скажи, насколько. Чуть меньше половины. Так, кто-то его должны увидеть, если что увидим. Так, если он будет кемпить, предлагаю завести вообще. Он идет сюда, так, он, но он поглядывает. Я вижу. Он наоборот, видит это. Уходим, 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 уходим. Четверть осталось. Он у меня. Пошел в жопу, козел. Спасите его. Саня, иди спаси, пожалуйста. Так, я последний раз, но я попробую. Не, ну либо ты можешь сейчас вот правильно прямо беги. Вот я тут почти завел генератор. Давай, 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 заводи, я пойду спасать. Сюда? Во, вижу тебя. Давай, иди беги. Давай, я пошел спасать, а ты дозаводи, да. Я дозавяжу почти до конца, потом скажете, когда заводить. Он ушел, он ушел, он ушел. Ага. Я тоже иду помогать. А, все, я завел случайно. Пошел открывать. А! У него нет наеда. Проверил, да, чисто. Кстати, я сейчас только понял, темное чувство не работает на нем, прикинь. Потому что у него террора нет. Так, подожди. Темное чувство не работает? Я на выход. Он за мной! Я выход открываю. Я тоже открываю, я тоже открываю. Я с другой открываю стороны. Блин, он кемпедрила. Я раненый просто. Джек, подойди к кому-нибудь, давай это, подхиляемся и спасем его. Да блин. У него, сука, же нету. Он за мной бежит, он за мной. Спасите кто-нибудь, он за мной, за мной, за мной, за мной идет. Далеко от деда, скажи, далеко от деда. Да, я уходи отсюда, мы тут рядом. Я бегу. Вы далеко его увели? Он все, он... Да, он за мной, за ворота, на ворота все, пошел. Все, он за мной на воротах прям за мной. Давай отхиляемся, давай, спасем его и отхиляемся. Давай. Лучше спасать и бежать. Бегите вам, потому что все, он от меня ушел. Ушел? Да, лучше сразу бегите. Он к вам пошел, потому что 100 пудов. Он пошел, наверное, к воротам. Я его сейчас встречу по-любому. Нормально, сейчас вот подхилимся. Нет? Заработаем. Не, его тут нет. Фух, его тут нет. Я думал, он за углом стоит. Нормально, нормально. Чисто как херня стоит, блин, я очкую. Думаю, сейчас за углом. У меня на максимум все. Он идет. Ладно, все. Хорошо, ребят, хорошо отыграли. Все. С туманом еще, это было классно. Убежали. Ну мы толком не спасали с блудом. Мы просто бегали и заводили. Это было очень страшно. Охренеть. Че у него по рангу вообще? Но у него престиж есть, он кровавый. Третий ранг. Третий ранг. Хороший, слушай. Ну, слушай, он тоже хорошо заработал, 27к. Да все хорошо, все заработали прям идеально. По 30, по 27. Не меньше, никто не меньше. Вообще жопа какая-то. Все в плюсе. ГГ, это 100% ГГ прям. Ну да, только я чуть все жопу там, это, точнее, лобик жопой не перекусил пару раз. Нормально. Нет, все довольны остались, самое главное. Конечно. Вот тут должно быть у всех гирлянды быть были. Так, я пока что награду заберу. Так, плюс еще 50к. Ой, это жестко было. Хорошо. У меня уже 66. У меня 66 уже уровень. Жопка вспотела. Разрыва. От разрыва? От разрыва. Жопка вспотела от разрыва. Да. Лесная пушка поместье Макмиллан, ребятушки. С нами, как всегда, Джаз Джек, Алекс Плей и Парадокс Плей. И мы продолжаем играть в Dead by Daylight. Здравствуйте. Так,
Я вижу, что Рамера убежал, я тут заложу пока генератор. Я вижу маньяка. Я уже слышу, кто-то бежит. Я уже слышу, кто. Он близко. В общем, это у меня часики, я буду спасать. Окей. Если что. А, это легион. Ой, нет. О, шатали лоха. Так, я слышу. А ибо нечего. О, фэнг минус. Здравствуйте. Это я, здравствуйте. А, это ты, Джек? Да. Это не это Кирилл, это продох. А, ты, Фэнгмин, да? Фэнгмин, да. Именно. Ой-о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 й-
Получается. Ну все, сейчас заводим и бежим, получается, да? Наверное. Получается, у меня, да. У меня спринт есть, чего бегу. А вот я у палетки стану, я его вшатаю. Ага. А все нормально, он не пришел ко мне. Ну да, против Легона так и надо. Либо спринт, либо спринт, либо о, палетка. Там, это Саня, что ли, там это латается стоит? А, Сань, давайте мы тебя подлечим. Давай подлечим. Че, успеем? Нет, давай подлечим. А давайте побежим. И там тебя подлечим. Он спалил. Вот тут. Она там рядом ударила, кстати. Она просто ударила. Нормально, просто. Нормально. Я аптеку использую. Сейчас просто быстро. Ударил. Сейчас быстро. Вообще, как видишь, как... Без способности. Маком. Давайте назад к этому генику. Ой. Он где-то здесь. Ой, вот он. Беги, хитанет тебя. Ну я слепил, но я слепил. Он просто хитнул нормально. Да. Он даже не побежал, он за Джеком побежал. Так, я рандома нашел тут. Ой, он с способности бежит. Рандом хилит. Ой, а он нас увидел, наверное, да? Я веду. Да, опять тебя на виду заколебало ты меня. Опять подлатывать себе. Она не добежала. Так, мы хилимся с рандомом тут. Хиляйтесь, хиляйтесь. Обмениваемся, ребята. Он в другую сторону, блин, с эти окошкой. Конями. А у него тантофобии, кстати, нет, вообще нормально. Спокойно все. Мы заводим. Он-то там ломается. О, я в подвал. Ой. Блин, я еще. Я не очень умею определять в лачуге. Я через дырки смотрю, ищу ее. Так и нашел. Она опять меня обманула. А, нормально, первый раз. И последний видео. Ты что, ведете? Ну да. В подвале вообще может быть и последний. Да не. Да. Да-да. Она меня не кемперит, тут ее вообще нету, вообще. Никого тут нету. Я тут один. Она даже на меня не смотрит сейчас в упор в глаза прям. Да, хорошо. Не, серьезно, она ушла. Она смотрела на меня сначала. Но она где-то ходит тут рядом. Это. Все, я пошел помогать. Аккуратно. Давай, я заведу. Я слышу радиус террора, но ой, не вижу а ее. Я слышу его. Я слышу. Она где-то недалеко от меня. Она около фигуры носится. Кстати, не очень хорошая идея одному идти, хотя бы вдвоем надо. Она пошла... Нет, она вокруг Сани бегает, я вижу по темному чувству. А вот у меня часики, у тебя нету, да, часики? Я а бегу. А так сейчас я подставляться буду пробовать. Один фиг стадия. Получилось. А, на способности, на способности. Способности? Так, да. Уходим, уходим. Валим, валим. Ну окей. Ладно, мог бы заводить дальше, не останавливаться. Заводи, заводи. Спасибо, Кирюх. Ой, я вижу, кто бежит там. А, это легион. Ну даже бегает. Если бы она не со способностью, я ждал, когда она ударит, потом бы побежал, у меня спринт был. Мне главное, чтобы подставился кто-нибудь. Фармим очки, самое главное, мы что, зря ставили. Так, я тут на центре у большого дерева завожу раненый. Конкретно сижу. Вот. Кому интересно, приходите. Конкретно, непосредственно, да? Да, в данной ситуации. Так, я вижу тебя, я вижу тебя. Давай я тебя подхиляю. Давай. Ты все-таки меня спас, я тебя подхиляю, я тебя аптекаю. Она бегает за этим. Ну, заводи тогда, ой, точнее, хиль. А я тебя руками захиляю. О, попала по кому-то, сейчас сюда может прийти. Сзади палетка есть. За камнями. У меня пока что откатывается спринт. Ну, спринт меня хорошо довел до этой. До, а у меня ускорение тебе. Через окна. Удобная тема. А, кстати, ребят, забыл сказать. У нее этот перк, как его, клоуна, когда она перешагивает через окно, он нам блокируется. А, понял. Забыл сказать. Так что аккуратней. Так, а у тебя прояви себя, что ли?
Да. Мы же с Саней в ничей твоем взяли. А нормально, мы все равно вместе-то и заводили. Ну да. Что, по идее, выгодно. Ну да, я в одного тут бегаю. Ой, кого-то из шкафа достали. Блин, чувак. Ну, в принципе, нормально, нам остался последний. Вот. Хлобысь. Так, она за мной. За тобой? Я могу спасти его. Я тоже. Мне часть. А, она и возвращается, она возвращается. Нет. Я спасу. Я побежал. Я с тобой. У меня часики. Она кемпит. Подкемпливает его. Все, часики должны сработать, по идее. За ним побежит. Она за ним. Сейчас ударит и к нам пойдет. В шкаф! А, все, уже поздно. Это за нами. Ищи палетку. Я вижу палетку. Иди сюда, где я? Вот здесь. Иду, иду. Вижу. Если что, оглушишь, я побежал дальше. Да, давай. А, все, у нее слетела способность. Я в одиночке играю, нормально вроде кручусь. Блин. Вокруг камней все такое. На, вшатал. Заслепил, бежим. Так, Сань, ты что делаешь? Она за мной, заводи. Мы заводим генератор вдвоем. А, вижу вас, вижу. С рандомчиком. Он за Кириллом бегает. Мы сейчас быстро заведем. Угу. Потом отхиляем рандома. А, бежим, спринт. Прям к нам Кирилл идет. Она отвлечется сейчас, потому что мы заводим. Нормально. Блин, должна... ух, лазит, козлина. Слушай, она так не отвлекается. О, адреналин, вы лучшие! А, у тебя, а что ты не сказал, что адреналин? Мы ж почти завели. Я еще бегать мог, там палетка была. Нормально, прям. Хорошо, адреналин сработал. Я пока пешочком, у меня сейчас откатывается. Конечно, адреналин помог тебе. Замечательно. И это наед. А успел? Сколько раз висел? Все, поднимай. Первый раз сейчас буду. Я вижу наед. Ребята, я очищай, очищай. Тихо. Проблема в том, что он тут рядом. С воротами. Она проверит его. Саня, лучше уйди, она проверит его. Я тебе клянусь, проверит. Она проверит, да, проверит, по-любому проверит. Тихо. Не проверила. Тихо. Сломай лучше наед сначала, наверное. Я ломаю, да. Ломай, я увожу! Давай. Она назад возвращается, назад! Ну, успеешь, Саня, пожалуйста. Она бегом, она способностью бежит, способностью. Не бежит, Саня, нет, она тебя не видела, ломай. Сломал, красавчик. Так, ребята, я бегу, мы... Блин, я не знаю, она за мной. У меня часики. Не, нормально. У меня часики, Кирилл. Кемпит. Саня, давай сюда. Я бегу. Ты не снимай, сделай вид, что снимаешь, отпусти! Все, не снимай. Вот теперь снимай. Подставляюсь. Блин, ну не так подставляться. Надо Кириллу, надо. У тебя часы, да? Да. Ничего, я пополз к палетке. Бегите, ребят, бегите. Может быть, я уползу. Блин. У тебя фонарик? Блин, да сбоку не канает, она сбоком встала прям. Фигово. Нормально, захиляйтесь, наеда нету. Я слышу, ворота кто-то открывает. Сможете захиляться сейчас все? Эти ворота? Не торопись, Джек, пожалуйста, не торопись спасать, отхиляйтесь все вместе хотя бы. Я отхилялся. Она к нам идет на способности. На способности? Это хорошо, по идее, сейчас бы мне помогло. Меня спасает, кто это? Я. Другие ворота, ты думаешь эти открыть? Ну, она там сейчас... Мы идем. Все, она к вам идет. К нам? Блин, бежим. Да. А где те ворота? Направо. Вот как Саню снимал, смотрите, если на него направо. Мы открываем ваши ворота, ближние. Ой, меня сейчас положат. Подхиль. Она не знает, она не за мной бежит, все нормально, убегаем. Она спутала, я ее спутал. Ай. Саня, подставься. Подставляйтесь. Я слепанул бегите, ее. Бегите, все, уходим. Все, нет! Блин, отхиляться надо было, она ушла. Красавчики, ребята. Хорошо слышишь. Она за мной, я к другим воротам побежал, она побежала за мной, я скинул палетку и развернулся, назад побежал. Я думал, она увидела, она не увидела это.
Оу, бэйби бой, биг ма бой, второй ранг. О, моего мо. Так, давай скажем, давай посмотрим, кто сколько заработал. У меня 72, в общем. 80. 72. Джек. Так, где там какая вкладка? Первая. За матч 106. Ну, потому что это 106, ничего себе. Да. Да. А, ну у тебя торт, конечно. Да, он с тортом. У меня тортило, да. Черепаха. Ну, вот чё, барбекю наец. А, у него кровавый смотритель был, нихрена нам повезло. Да, слушай, кстати, охренеть. Мы могли бы потом все там полечь нахрен. Могли бы, да. Капец. Она, меня, она могла меня, если бы меня поймал, я к другим воротам побежал, я бы не добежал. Я палетку скинул и не стал к воротам бежать. Я развернулся и к другим побежал. А она по-любому, она догадалась... Ну, точнее, она подумала, что я побежал все-таки к воротам, хочу выбежать. И побежал к этим воротам, а никого нету, потому что я назад вернулся. Вот это, как я провел. Хотя она... я думал, она заметила, что я назад побежал.